200 мільйонів рублів у місяць. Менавіта стільки грошей можна зекономити у Могильові про супорядкування пасажирських перевозок. Так підлічили у відділі енергетики і транспорту Гарвиконкама. У виніку з початку красовіка спинили автобусні маршрути 16 і 47, скоротили 21 і 39. І некоторі рейси на 15 маршруті. Але, наприклад, жихари вулиці Подгорної меркують, що це буде не економія, а страти. Аргументи обох боків послухала наш кореспондент Тетяна Сергійчик. У нас собрано 240 подписей. Вот коллективное обращение. Там находится на сегодняшний день технический лицей, МАГАТЭКС, спортивный комплекс «Олимпиец». И наши ездят на работу, на учебу с пересадками. Что за экономия такая? По вулицах Подгорная и Котовского в Могилеве ходит только один автобус 39-й. Ранее его маршрут был район 30 год Перемоги, теперь скороченный до чыгуночного вокзала. Сбоку жихаров обурение. По-перше, на Котовского находится один у Могилеве санаторный садок для детей с проблемами легких. И нововведение ускладняет маршрут для его наведвальников. По-другое, интервалы помеж рейсами часом доходят до годины. Вы сами понимаете, что затраты по времени будут гораздо больше. В этот садик съезжаются со всего города. Добираться тяжело и невозможно. Я не знаю, кому-то пришла эта мысль в голову. Люди отсюда доезжаются до 30 лет Победы. С 30 лет Победы приезжают в сад. Увеличивается по времени добраться до школы. Ну и, естественно, по безопасности тоже. Это не только мой ребенок. Здесь многие дети отправляют автобусом своих детей. На час раньше, как минимум. Нужно выходить? Конечно, пересадками это... Докуда это нужно в любом случае пересаживаться в другой транспорт? Когда он будет? Сколько его дождаться? Нагадаем, с початку красовика спынили автобусные маршруты 16 и 47, скоротили 21 и 39 и некоторые рейсы на 15 маршруте. У отделе энергетики и транспорта Гарвиконкама свои аргументы на конт таких корректировок. Данная мера позволит по предварительным расчетам получить порядка 200 миллионов рублей сокращения расходов в месяц. И порядка, что значит, даст в районе 2,5 миллиардов в целом по году. У Могилевским Гарвиконкаме подлумачили. Решение не кончатковое, ведется мониторинг. Татьяна Сергеевич, Дзянис Бутылин, Новин регион.